Всем привет! Собрал такой детектор электромагнитного излучения. Значит, суть какая? Вот антенна, вот она. Мы ее преподносим к какому-то прибору, не слышим. Вот тут вот. Выход есть. И слышим, что он излучает. Значит, у меня тут последовательно соединенные наушники. Вот такой вот штекер. Но джека у меня не было. Вот монтаж такой. Диоды. Вот они, диоды. Диоды у меня германиевые D18. Ну, у меня все диоды D18, у них много. Вот сейчас будет тест. Сразу скажу, что тест будет недостоверный, так как у меня все на земле, и трансформатор выходной на земле. Вот. Будет жуткий фон, но все равно суть, я думаю, вы поймете. Потому что все-таки фон от этого, от импульсного блока питания будет слышен. Вот. Ну и все. Смотрите тест. Так, Триша.